Друзья, всем привет. Проснулся кот, проснулись мы. Ему все равно, хотим мы спать или нет. Ему спать надоело. И все, он принял решение за нас. Пришлось вставать. На улице еще темно немножко. Что ты, игруля? Ну ничего, сейчас чайку попьем или кофейку и пойдем пройдемся. Да? Ты, вот, игрушка твоя. Сейчас пойдем. Друзья, всем привет еще раз. Да, господи, наступил на кота собакин. Иди сюда, моя кисюня. Моя кисюня. Облизывается. Поел. Так, утром проснулся, а на улице осень. Настоящая осень наступила. Да, друзья, спасибо за как переживание, сопереживание. С нами все в порядке, с моей мамой все в порядке. Я имею в виду вчерашний прилет. Это было, как сказать, в прямом эфире. Мы сидели на берегу, отдыхали, общались с кумовьями. Я сначала подумал, что это звук ракеты. И потом, естественно, приземление. Я увидел столб, поднимающийся дыма вверх. Ну, видео взрыва, вернее. Естественно, все это было не очень приятно видеть. Пострадали люди, повылетали окна. Это там в районе, где живет моя мама. Мама очень сильно перепугалась. Ну, 80 лет. И вот самое интересное, что мозг, это ее мозг воспринял это как гроза. Потому как я сразу набрал, и мы начали общаться. Окна все целые у нас, именно в квартире. Говорит, такой грозы еще, я еще не чула. Ну, такой грозы еще, говорит, не слышала. Ну, я тоже поддержал его в этом, убедил, что это все-таки была гроза. Ну, как человек в возрасте, надо... В общем, вот такая вот ситуация была. Это было первый раз, я такого не видел еще. Ну, как видел, в 14-м там был небольшой инцидент. А чтоб такого масштабного... Нет. Много повылетали и окна, двери. Погиб 45-летний мужчина. Машины пострадали. Ну, в общем, наделало беды вчера вот этот прилет. А на улице свежо, скажу я вам. Сейчас около 14, но ветер и влажность дает о себе знать. Прохладненько. О, сколько листьев нападало. Привет, кошка. Привет. Мягенькая такая. Ковер желтых листьев все увеличивается. Смотрите, уже и на воде посметало. Ой, сколько рыбы. Ну-ка. Я смотрю, так преимущественно маленькие карасики. Вон, видите, как клюет рыба хлеб. Ух, и пахнет на улице, а. Еще и дождь вчера прошел. Это хлебушек, который мы вчера оставили для наших лебедей. И видел, на месте никто не взял. А, вот вы где. Подплывайте. Реднесенькие вы уже мои. Смотрите, как сильно идет, вернее, скорость, с какой-то идут, плывут облака по небу. Вода чистая какая, а? Подплывай. Эти, я так понял, более младше, что ли. Они тоже летают, но еще не совсем. А стайка, видать, перелетела на другое озеро, потому что я их не вижу. Ну ничего,
не так много времени надо, чтобы эти тоже стали на крыло, как говорят. Что, нравится вкусняшки? О, молодцы, пошипим. Утки уже тоже стайками начинают формироваться, чтобы улететь в теплые края. Кто-то испугал уток. Чего вы? Это Собакин, он вас не тронет. Вон, видите, смотрите. Утки летают по всему озеру стайками небольшими. Это как раз те утки, на которых охотятся. Но у нас, естественно, в черте города, да не только в черте, у нас запрещена охота. В связи с военными действиями. Держи. Он и шипит. И хочет хлеба кусочек. Нельзя. Собакин слишком близко подошел. А, и хочет своей кулицы, да? Ладно, не буду тебя нервировать. Красота. Что? Боится. И шипит. Какие же они такие нежненькие. Вот смотришь на них близко, такие глазки у них красивые. Да, можно любоваться долго. Ну, пойдем домой, а то что-то подмерз уже немножко. Держи. Я хоть и в куртке, но все равно свежо на улице. Хлебушек. Сейчас мы этот умотаем, чтобы он не сух. Вот так вот примерно. Люся, не будешь хлеб есть? Не. Ну и ладно, пусть лежит. Что-то здесь только что плюхнулось. Сейчас мы еще немножко им хлебушка накинем. Ну-ка. Сразу так в стайку собирается и так двигается хаотично. Сейчас попробую разложить селфи-палку и ближе поднести. Не знаю, будет видно или нет. Включено освещение. Да, наверное, будет видно. А тут вот поудобненько Люся умостилась. Люся? Удобно? Ага. Хорошо прогулялись. Такой прям аж аромат осени. Видите? Не понял, что это за корзина там. Видите? На дереве корзина. Это я только заметил. Кто и с какой целью туда ее поместил, я не знаю. Ну ладно. Как говорится, сделанному золотой век. Пойдем, пойдем. Фу, нельзя. Что-то нюхаешь, что-то надо укусить. Вчера вечером снимал уже. И Сэма не заметил. Сын сидел в ящиках. Добрые люди угостили рыбой вчера карасями и щукой. Щука хорошая такая была, вкусная. А сын в ящиках сидел там, где чистили рыбу. Я не обратил на него внимания. Так, ладно, друзья. Вон, несется рыжий навстречу. Хвост пистолетом. Пойдем в дом. Чайку попил. Но сейчас надо, наверное, еще кофейку заварить себе. Сварить, вернее. Остаемся, несмотря ни на что, на связи. Всем удачи, здоровья, добра, благополучия. Так и сегодня.
поменьше таких инцидентов, как вчера было. Да, было не очень. Всем доброго дня. Всем пока.